Привет-привет, дорогие зрители, и мы продолжаем прохождение игры Ryzen 2. В прошлой серии мы попали на остров сокровищ, на котором мы ищем сокровища стальной бороды. Дошли мы тут в тупик и, в принципе, нашли информацию про то, что на этом острове есть могилы. В одной из этих могил должны быть закопаны сокровища. Давайте поговорим с Петти перед тем, как отправиться дальше. Да, у нее ничего нету подходящего нам сказать, поэтому обратимся к нашим. Так, вот, карта с могилой. Давайте обозначим. Да, вот она. Значит, мы направимся сейчас в ту сторону. В ту сторону направимся. Пойти побежали. Так. Помню, в прошлый раз мы тут всех отстреляли недоброжелателей, было тут много аллигаторов и всякой живности не совсем приятной для сосуществования. Так, вроде бы я правильно бегу. Да, правильно. Так. Да, уже не первый раз мы пробегаем мимо этой могилки, как и было написано. Если там ничего нет, ты только перепачкаешься зазря. Да нет, думаю, там все-таки что-то будет уже. Раз уж я уже все подсказки возможные нашел, значит, должно быть по-любому. Направо. Вот сюда. Нам вот сюда. Не помню, бегал я тут или не бегал еще. Но на всякий случай орудие наперевес я вытащил. Да, вот этот маленький островок. Как туда добраться, сейчас надо выяснить. Возможно ли. Не утону ли я? Не, думаю, я не утонул. Да, где-то тут спрятаны могилки. Вот они. Судя с записей стальной бороды... Наконец-то! И мы еще живы. Осталось самое веселое — раскапывать могилы. Есть идея? Ну, у тебя же лопата. Погляди на могилы, прочитай последнюю подсказку. Что-то должно сложиться. Да, судя с записей стальной бороды, только в одной из могил есть наш долгожданный склад. Клад, вернее. Но также указано, что в других могилах можем найти свою смерть. Не очень приятно, конечно, известие для нас. Давайте почитаем, возможно, есть какая-то подсказка. Я помню, что писали только, что одна могила имеет те богатства, которые нам необходимы. ГС, что такое ГС, хрен поймешь. Так. Гроба на юг. У монолита на юг. Это не то. Четвертое, в принципе, последнее. Содержание только одной могилы ценно. Остальные приносят смерть. Приметка. Я сохранил только эту страницу. Первую страницу я дал Низиру. Вторую страницу... Хрень собачья. Ничего не понятно. Неужели нам придется раскапывать все? Давайте почитаем, что написано в этих могилах. Рэмси, Уоллес, Стаббинг, Сокбарт. Ну, Стаббинг. Почему-то мне эта аббревиатура ГС не напоминает ни одной ни одной имени. ГС. Так, ну давайте попробуем, наверное, выкопать это. Сохранимся. И копаем. Сейчас выкопаем кого-то демона. Это будет смешно. Так, показывает, что там. Идем же.
Так, никто еще не появился. Нет. Правильный сундук. Я... Неужели я угадал? Семейная реликвия, который появился по наследству семейства. Ясно. Тоже. 2000. Королевская маска. Карта сокровищ. Еще одна карта сокровищ. Пиратский альманах. Плюс 10 к славе. Ух ты. Поздновато как-то я нашел этот альманах. Ух ты, сколько славы мне налетело. Ну, возможно, стоит попробовать выкопать остальные могилки. Так, значит, что там было для меня интересного, я уже чуть призабыл. Альманах. Альманах, это в коллекции. Да. Ой, слушайте, еще куча этих уникальных предметов, и я их не нашел. Это печально. Где же их искать, интересно. Так, инвентарь. Что делать с этими семейными реликвиями, я ума не приложу. Сейчас поговорю с Петти, возможно, ей отдам. Кровь предков у меня еще есть. Я думаю, стоит попробовать с этой кровью предков пройти мимо того огненного барьера на острове Бурь, который мы не могли тогда пройти. Обидно было. Так, это скушаем. Да и это все. Захомячу. Отлично. Так, куча всякого бедлама, который, блин, уже мне денег до жопы. Всего уже до жопы. Здесь брать нечего. Тут брать нечего. Ракушки, золото, корона, блин. Я бы эту корону Джафару бы отдал. Вот порадовался бы карлик. Так, сохранимся, попробуем выкопать сейчас. Ну, интересно все-таки, что там нас может ожидать. Я не думаю, что какой-то титан там будет. Давай. Ну что ж, посмотрим. Опа. На редкость. Ой-ой-ой-ой-ой. Фу, как я напугался. Хорошо, что у нас есть это вот магия вуду. Быстрые загрузки. Так, я думаю, мне не стоит пробовать выкапывать остальные могилы. Все понятно. Ну, на удивление нам повезло. Мы с первого раза выкопали могилу ту, что полагается. Это, конечно, победа. Так, и... Давайте быстренько отправимся на кораблик. Поплыли по этим. Тут мы уже сделали все. Все возможное. Так, я вот думаю, куда отправимся мы дальше. И что теперь? Я нашел среди сокровищ несколько золотых предметов и драгоценный камень. И еще какие-то украшения. Я возьму украшения. Давай их сюда. Остальное можешь забрать себе. О, хитрожопенькая. А почему ты, собственно, делишь добычу? Потому что это сокровище моего отца. И без меня ты о них бы не узнал. Так что давай сюда. Вот твои украшения. Да, это как раз то, что я всегда искала. Он говорил, что продал его, но я не верила. Кольцо, которое отец подарил матери на венчание. Это все, что от нее осталось. И... Да? Я просто хочу сказать... Что? Да ничего. Ой, да скажи уже. Пойдем в каюту, и все закончится. Ну, говори же. Да это не важно. Я все еще слушаю. Забудь. Петти. Мы отличная команда, правда? Можно так сказать. Ты очень мне помог, я ценю это. Ты был рядом, когда никого не было, а теперь, когда умер отец. Для того и есть друзья.
Ты так много для меня сделал. Я могу сделать еще кое-что. Угу. О, нет, не можешь. Нет? И не мечтай. Давай, пойдем дальше. Обломало. Блин, все, больше человек нет на корабле. Ладно, поплыли дальше. Харлок. Как ты думаешь, куда мог пойти Харлок? Он точно не пошел через ущелье, а то бы мы его видели. Думаю, лучше всего пойти вдоль берега. Ух ты, да я бы, конечно, этому Харлоку надавал бы люлей. Вдоль берега это куда? Сюда? Да, пойдем, я хочу найти эту крысу. Джафар, гу. Пойдем со мной. Ясно. Мне надо взять с собой Петти. Да зачем нам это Петти? Блин, она все равно ничего не дает. Подожди здесь. Ладно. Блин, ну ладно, опять возьму. Пойдем со мной. Хорошо. Так, ищем этого Харлока. Так, налево пойдем сначала. Хотя, мне кажется, мы уже бегали налево. Да, пойдем направо. Проверим правое крыло этого острова. Ну и где же мог спрятаться-то? Бежим. Ух ты, да мы тут не всех еще. Это вот, прикончили. Я помогу Топленник. Тебе. Блин, да тут еще лезут и лезут. Давай пойдем. Прямо в лицо ему. Ну, сидим. Это светящийся какой-то вообще. Хотя обычный топленник. Ничего особенного. Так. Харлок. Я уже иду. А, блин, опять. Еще кто-то есть. Эх, заделся ты меня чуть. На тебе в лицо. Картечь. На папу, блин, руку поднял. Опять золото. Не густо. Давай. Хорош. Кушаем. И дальше. Тут даже ящик какой-то есть, но нет Харлока. Где эта сволочь? Легкий замочек. Обычный пистолет. Короче, как всегда, ничего, то, что приносит пользу моему путешествию. Так, вот туда мы точно не побежим. Опять к берегу. Тут не так уж много берегов. Вот это что? Заросли. Нева, это не то. Ну и куда он мог убежать-то этот с острова-то? На корабле его нет. Значит, логично, он должен быть на острове. Раз он должен быть на острове, значит, где-то должен быть тут. Харлок. Ух ты, ну блин, все-таки бегали что-то. Ну да ладно. Может, они распаунились по-новому. После того, как Харлок исчез. Так, вот это сволочь. Сначала поговорим, надеюсь, удастся поговорить. За сколько он нас предал. А, снова ты! Плохая идея снова появиться здесь. Да ты что? Плохая идея не рассказать нам о ловушке. Ах, это! Забыл, наверное. Хоть я и надеялся, что ты пропадешь в джунглях. Но иногда все идет не по плану. Ну, и что теперь? Все-таки он как Гарсия. Еще
еще тот чмошник. Смотри, птичка. Ну вот, видимо, все. Харлок мне с первого взгляда не понравился. Ты так про всех говоришь. И всегда оказываюсь права. Ну, с хрена его, блин, жалеть. Он такой же, блин, хрен-дерьмо, как и Гарсия был. Так, чё тут у нас? Это было принципиально вернуться и найти его на этом острове. Открываю Мэри. Ничего особенного у нас нету. Так, я что думаю? Я думаю немножко поменять местами. Это неудобно все-таки. В разгар боя. Управляться этими бутылочками. Так. Где мой дробовик? Хлопушка. Вот она. Хлопушка. Поджарим рыбку. И домой на корабль. Так, Петти, давай еще посетим остров Бурь. Там тоже там какое-то было задание. Что будем делать дальше? Нечего нам здесь болтаться. Мы получили то, зачем пришли. Только скажи, и мы отсюда сваливаем. Согласен с тобой, поехали. Пришло время поменять курс. Пришло есть, время капитан. Сваливать. Остров Бурь. Так, пропускаем. Так, не надо мне показывать опять эту хрень. Беру я с собой малыша. Хотя мог бы взять, да, я давайте я возьму все-таки не малыша, а настоящего воина. Пойдем со мной. Конечно. С этим парнем я не пропаду, это однозначно. Если мне, конечно, не придется в одиночку бегать. Да, не придется. Так, друид, с тобой это вот. Так все ясно, ты молчаливый хрен дерьмо. Телепортнемся сразу к вратам и попробуем зайти. Ой, так, 5. Да. Ну, заходи. Да что такое? У меня же есть кровь. Надо выпить, возможно. Не пьется. Видимо, для этой огненной стены недостаточно крови предков. Все-таки я что-то упустил, но я думаю, зацикливаться на этом не буду. Возвращаюсь я на наш корабль. И мы будем продолжать основной квест. Основной квест у нас... Это... Так... Что за сокровище? Да, сокровище Гарсии. Нам нужно сокровище Гарсии, и мы отправляемся на Антигва. Пришло время поменять курс. Есть, капитан? Есть, капитан. Антигва, вперед! Такая погодка, конечно, вас постоянно преследует, не очень радужная. Погодка не то чтобы хорошая.
такая себе. Так, возьмем вояку с собой. Пойдем со мной. Слушаюсь. С ним мне будет поспокойнее, чем Джафаром. Да. Дай мне все, что ты нашел. Как скажем, Ата. А, я уж тебя забирал у тебя все. Ну ладно. Так, ну и что мы можем? Мы можем сразу же отправиться, хотя можно посмотреть, какие еще у нас задания остались. Нет у нас заданий. Так, Остров Мертвецов — это побочные задания. Остров Воров. Я еще где-то не раскопал. Ну, я думаю, мне сейчас как-то денег не надо абсолютно. Оружие. Я не буду делать легендарные предметы. Только на Острове Мертвецов. Талисман. Пожати в склепе в Ракайской бухте. Веревку надо искать на складе Антиго. О! Ну, на складе. Я же был на складе, не было там никакой веревки. Давайте еще раз бегаем. Раз уж мы уже на Антиго, надо поискать. Так, ну и где веревочка-то, а? Где ты, веревочка? Было бы неплохо сюда, например, Джафара запустить. Он бы точно бы нашел эту веревку. Дурацкую, запрятанную. Да нет тут никакой веревки. О чем вы говорите? Веревка. Ты тут тоже нету. Где же она может быть? Ну, я не знаю, если это не склад. Ага, вот что-то тут нет. Нет, я ошибся. Ничего тут нету. Так, ну это какой-то обман. Туман похож на обман. Да, нет, тут и все. Хоть ты тресни. Нет тут никакой веревки, обман. Или я что-то упустил? Что-то я мог упустить, разве? Да, ну третьего этажа тут точно нету. Черт побери. Короче, не будем мы с этим связываться. Давайте сразу телепортнемся поближе. Поближе к нашей цели. Так, нам сюда. Значит, надо как-то сюда. Значит, было написано по квесту, что через водопад. Вот я вижу водопад. Давайте направимся к водопаду прямиком. Ускоримся. Я помню, всю живность тут истребили. Не всю. Не всю живность истребили. Так. Ну ладно. Я, в принципе, не прочь пострелять. Нужна мне еще. Да, я что-то могу прокачать, но не то, что надо. Холодное оружие меня не интересует. 10, 10, 12, то есть еще 1000 копеечками можно подкачать, и будет возможность апнуть один уровень. Так, что у нас тут? Что у нас тут? А вот вижу я водопад. Вижу водопад, куча грибов. А что это было? Блин. Хрен, дерьмо, отвяжись.
блин, с ниоткуда просто берутся. Так, водопад, значит, за тобой должен быть проход. Давайте поищем. Обман. Это обман. Нет там прохода. Так, и что дальше? Там мы были. Да, там мы были. Ой. Не, вот тут не было. Значит, мы все правильно пошли. Обезьяны, ненавижу. Ага, тут есть подъемчик. Отлично. Да, мы сюда еще не забегали. Ага. А, еще есть подъем. А, сюда. Все. Вижу. Сундук. Так, ага, есть тут еще проход. Отлично. Я уже рядом. Давай. Хорош. Как-то рука в рукавичку зашла. Вот. Квест выполнен. Нашел водопад. Все, я правильно иду. Просто замечательно. Я давай. Еще один, отлично. Блин, я уже настолько богат, что думаю, мне даже не особо надо скрывать что-то. Факел, зелье, слегка, золото. Неплохо. Так, что тут нас ждет? На, тупик. А рычаг, ага. Здесь нацарапаны какие-то буквы. Скажи пароль, и путь откроется. А, пароль, точно. Персия самый крутой. Гарсия самый крутой. Я еще смеялся. Надо было придумать такой забавный пароль. О, прямо. Прямо не отходя от кассы. Держись, хорош. Я иду. Держусь. Довольно неплохо. Держусь. Ой, еще. Я уже рядом. Да, это просто замечательно. Что она тут охраняла? Ничего. Так. Ничего особенного. Так, ничего тут нету. Абсолютно. Так. Новое место, надо осмотреться. Да. Побежим в ту сторону. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, Винкур, отмахивайся. Давай.
прям готов. Согласен, нет. Так, можешь что-то взять с него? Эй. Перестань двигаться. Ну. Блин, что, нельзя никак? Такое большое даже мясо никого там. Ух ты, вот они сокровища. Вот они. Вот то, что я искал все это время. Золото 50. Зачем тут кубок с золотом? Так, Гарсия, вот я нашел твои сокровища. Не дожил до этого времени. А я их все-таки нашел. Давай вытаскивай. Идем же. Ну и что? Амулет земли, отлично. Голяк, голяк, голяк. Так. Ага. Ну а этот амулет как раз стальная борода и хитроумным путем спрятал. Ну и давайте повысим себе, я думаю, выносливость. Да, 12 тысяч я уже не буду копить на огнестрел. Огнестрел, мне кажется, и так у меня уже просто замечательный. И поедем, и помчимся. И поедем, и помчимся мы на корабль, чтобы продолжить наш квест основной. Основной наш квест звучит. Нифига он не звучит. Как ты оцениваешь наше положение? Я защитник и нахожусь в штаб-квартире пиратов. Как складывается жизнь? Эй, только без глупостей, ладно? Я буду делать то же, что и ты. Так, я вспомнил, насчет этого Гарсия мы говорили перед этим делом с адмиралом. И как приплыть к этому острову, как там вот называется, храм ветра или храм воды, надо узнать. Мне что-то послышалось. Блин, какой-то агрессивный просто. Давай-ка, проваливай! Агрессор. Так. А, это насчет, да, острова Бурь. Все равно мы там не смогли пройти ту огненную завесу. С Гарсией покончено. Что? Правда? А что с его артефактом? Что еще взять с пирата? Этому я у него научился. Это радостная весть. Снимаю шляпу. Ты все сделал отменно. Да, я согласен с тобой. Артефакт стальной бороды у меня. Да ну? Ну да, он спрятан на твоем острове. Здесь? О, это абсурд. Похоже, стальная борода знал, где прятать сокровища. Вот болван. Да нет, не болван, наоборот, умный. У меня все артефакты. Отлично. Значит, пришло время встретиться с Марой. Хорошая идея, если бы я только знал, где ее найти. Она там, откуда и пошла вся эта нечисть, в своем храме. Почему ты так уверен? Ты смешал ей карты. Теперь ей необходимо время, чтобы выработать новую стратегию. Мне кажется, единственное место, где ее никто не мог бы найти, это храм воды. Почему? Потому что все, кто когда-либо там побывал, теперь мертвы, парень. Ты же не знаешь, где находится храм воды, так ведь? Нет. Стальная борода унес секрет в могилу. Видимо, мне надо было спросить какого-то другого капитана до того, как я всех их перебил. Хотя, может быть, еще не поздно спросить его самого. Да ты что? И как же это сделать?
Есть один остров, на котором живые могут встретиться с мертвыми. Мы называем его Остров Мертвецов. Да ты что? Что теперь, говорить с мертвыми? Ну, это только легенда. Но многие говорят, что она правдивая. Остров мертвых? Да у него разум ракушками зарос. Ты это серьезно? Гнаться за легендой? Остров существует. Твой рулевой его узнает. Где-то на нем находятся ворота в мир мертвых. Однако еще никто не заходил в эти ворота и не возвращался назад. Да. Звучит как вызов. Не думаю, что это шутки. С острова еще никто не возвращался живым. Тогда к чему все это? Это единственный способ поговорить со стальной бородой. Стальная борода? Понимаю. Но как? Легенда гласит, что вход на остров охраняет страж. Если кто-то и поможет нам найти дух стальной бороды, то это он. Признайся, ты ведь уже готов туда отправиться, да? Я могу представить себе путешествие повеселее, но если без этого никак, я отправлюсь и в царство мертвых. Браво! Настоящего пирата ничем не запугаешь, даже смертью. До встречи, дружище. Надеюсь, скоро увидимся. Да. Я найду путь к стальной бороде и храму воды. Жаль, что не могу рассказать тебе больше. Не забывай, ты последний капитан-пират Южного моря. Все мои надежды возложены на тебя. Ступай и избавь нас от проклятия Мары. Да, ясно. Избавлю я вас от проклятия Мары. Избавлю. Так. Храм воды. Признак стальной бороды. Вот. Мост говорят, я возможно найти двух капитана бороды. То есть надо спросить у Пэтти и отправиться. Так, мне надо чуть амуниции покупить, думаю. Что это за звуки? Было бы не очень. Можешь научить меня кое-чему? А, уи. Что ты хочешь знать? Пистолет в топку нахрен не нужен пистолет. Покажи мне твои пистолеты. Да. Это не пистолеты. Это произведение. Я понял. Произведение искусства. Ничего нового у тебя нету. Никаких новых произведений искусства. Покажи мне. Это не. Да, я продам тебе еще много других произведений искусства. Так, а что у меня за шпага была, я не помню уже. Ага, вот, 40-90, остальное я могу продать. Так, эти ружья тоже надо скинуть. Да. Так, вот еще может понадобиться. А тут вот куча всего, что мне абсолютно не понадобится. Джафар не захотел брать те сокровища. Уже столько денег, что я даже не знаю, куда тратить. Изучать уже нечего. Фехтование, что ли, но, блин, тоже падло. Я же из-за такой пропитый стрелок. Зачем мне фехтование бесполезное? Да, отправимся мы в дальнейшее свое путешествие на остров мертвых.
Но отправимся мы уже на следующей серии. На этом серию эту закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео. С вами был Хэт. На сегодня все. Пока-пока. До новых встреч.